Арике, Казахстанда топ 3 боксерды айтшы, профессиональный бокста. Қазіргі действующий. Да, действующий. Активный балар. Геннадий Головкин, Жәнібек Әлімханұлы и Мейірім Нұрсұлтанов. Это топ 3, да? Для меня, да. А по любителям? Ұлттық құрамадан хабарың бар ғой. Санжар Ташкенбай. Ага. Молодой пацан, он хорошо, прям нравится мне его стиль. Асланбек Шымбергенов, давний мой. Еще Арланов не, это, не предают. Так, еще любитель. Третий, на третьем. Да? Так. Ой, Айбек Уралбай. Тяжелый, но молодой еще, у него будущее очень хорошее. Есть у тебя там прогнозы на чемпионат мира, который в мае будет в Ташкенте? Ой, давай начнется, состав посмотрим, кого повезут, а там я тебе скажу. Үміт күтетін жігіттер бар ма бұлай, алтыннан? Бәрінен үміт күтеміз ғой. Но, как бывает, бабына байланысты ойын көрсетеді. Очень неуверенный комментарий. Потому что я қазір айтуға қорқып қалдық қой. Ожидаешь одно, а на самом деле выходит совсем другое. А я уже так не понимаю, да? А ожидали, сами знаете, кого на недавних соревнованиях, но получилось что? Ты по поводу стран же? Да. Там же третий, четвертый номера же в основном выступали. Ну, первый все. Номер Лерден, Брики и Убокс Асте. Все же. История об этом умалчивает. Все, Арике, рахмет.